Андрей Мирончик и сегодня на службе. Пункт пропуска Брузги хоть и не принимает транспорт, границу-то нужно охранять. Правда, коллеги смотрят на старшего лейтенанта другими глазами. Бывает же, на 2 месяца выехал в командировку в соседнюю Берестовицу и успел не только застать ее закрытие, но и террористов в страну не впустить. Случай прогремел на всю страну. Было это все 17 на 18 января, ориентировочно в 2 часа ночи. Значит, пункт пропуска Берестовица, поступил доклад от пограничного наряда, что прибыл рейсовый автобус, в котором следует 41 пассажир. Это была обычная ночь, каких на счету начальника смены сотни. Стандартный зал пограничного и таможенного оформления в пункте пропуска. Пассажиры рейса Варшава-Гродно шли на контроль. О том, что у одного из них недобрые намерения, тогда никто и подумать не мог. Человек выбрал ночь, выбрал автобус, да, с наибольшим количеством пассажиров. Надеюсь на то, что контролер будет пытаться все это дело быстрее оформить и может где-то что-то не заметить, на что-то не обратить внимания. Но, как мы можем на сегодня сказать, он ошибался. Старший лейтенант говорит, вот просто почувствовал, что-то не так. Среди 40 уставших, не выспавшихся пассажиров поведение мужчины показалось странным. Наверное, сказывается профессиональный опыт. Каждый день работаешь с людьми. Оно на самом деле видно, неестественное для какой-то ситуации поведения человека. Бегающий взгляд, неестественное потоотделение, да, для окружающей среды в момент, естественно, прохождения пограничного контроля, дрожание рук и тому подобное. Общение продолжили в отдельном помещении. Один на один. Маленький кабинет, десятки образцов паспортов, специальная техника. Здесь люди обычно молчат. А этот вдруг стал просить не ставить в паспорте отметку о въезде в Беларусь, чем еще больше насторожил. Вы говорите, нет, не положено. А он вам в ответ? В ответ, естественно, человек начал пояснять это тем, что бежит от войны, планирует в будущем вернуться, соответственно, на родину к родственникам. И учитывая обстановку сегодняшнюю на мировой арене, у него якобы могут возникнуть проблемы из-за этой отметки. В эту историю я не поверил, и он это понял. Волнение его начало нарастать, вести гражданин начал себя неестественно, начал путаться при уточняющих вопросах. Но и было принято правильное решение вывести его из потока. Когда уже включили телевизор и увидели оперативное видео, показалось ли лицо знакомым? Когда понял, что речь идет о принятом мною решении, где-то глубоко в душе отдельно хотел сказать спасибо моей профессиональной интуиции и опыту. Так из новостей и узнал, что не впустил в страну диверсанта. И то не сразу. Был на службе. До сих пор не осознал, что в свои 25 стал примером для коллег. О своем поступке суворовец-пограничник говорит, не мог поступить иначе. Герой – это очень высоко, я считаю, сказано. Да? Пограничники на той находятся, на границе, для того, чтобы обеспечивать пограничную безопасность. Просто выполнял свои функциональные обязанности, да? Как человек, который привык работать с людьми. Конечно, обидно. Хотелось бы, чтобы граница была живая, чтобы пассажиропоток вернулся. Да? Не хватает этого общения. Андрей Мирончик надеется, что западные политики все же одумаются и пункты пропуска вновь откроют. Ведь, как никто знает, люди по обе стороны границы этого очень ждут. Парень скромный, к вниманию журналистов относится сдержанно и избегает лишних расспросов. Служба обо всей этой истории говорит просто. Останется память, несомненно. Моя задача на сегодняшний день своим опытом делиться со своим подчиненным личным составом. Вот так. Надежда Завиновская, Александр Бажуков, ОНТ.